семья у меня маленькая, но любимая, такая, наверное, о которой я мечтала. У меня замечательный сын, замечательный муж. Не проходит, наверное, ни дня, что я не благодарю Бога, судьбу, что он мне дал таких моих мальчиков. Сын Тимофей, очень активный, живой ребенок. Он обожает играть, прыгать, бегать. Он очень активный, он очень непоседливый. Он любит играть в шахматы. Он любознательный, любит всякие такие научные книжки. Ще в дитинстві Юлія з подружкою почала робити фотографії на радянській техніці. Був задум знімати фільми. Юні режисери навіть створили кілька дитячих шедеврів, але плівки не збереглися. Пізніше Юлія закінчила університет за фахом художник-майстер-викладач ужиткового мистецтва. Там і залишилась працювати. Та через пару років стала офісним працівником. Але весь цей час наша героїня шукала себе у творчості, адже його їй так не вистачало. І навіть ремонт у квартирі був направлений в творче русло. Там делали ремонт, значит, нам не было полностью там придумать весь там дизайн. Вот здесь там видели у меня мебель, все это как бы делал мой муж сам. Но дизайн придумывала я, рисовала все проекты. Вот еще Тима был совсем маленький. Он тут помогал. Должно быть вдохновение. Какой-то или человек тебя вот к чему-то должен привести, подтолкнуть. Или вот с кем-то ты пообщался, где-то что-то увидел и пришел к тому, что а чего бы и не попробовать. Вот со мной, наверное, так случилось. Поштовхом для нового етапу творчості стало власне весілля Юлії та Романа. Всю організацію свята дівчина взяла на себе, у тому числі і вибір фотографа. После общения с фотографом, после того, как я посмотрела, как он работает со мной же, не знаю, я так загорелась, мне хотелось оказаться по ту сторону объектива. Год еще. Я же не сразу купила фотоаппарат, а целый год я еще шла к тому, что я должна его купить. Ну и не просто шла к тому, я в это время обучалась. Началось с того, что мы вместе как-то пошли, взяли мою камеру, она полупрофессиональная, цифровая и даже не зеркальная. И мы с ней пошли вместе в клуб, взяли наших детей, и Юля начала снимать. И у нее очень хорошо получилось. Мне понравилось, я старалась ее подбодрить, и с тех пор она начала заниматься фотографией. Наша героиня почала фотографувати сина Тимофія. Незабутні моменти його дитинства, садок, перший клас. Згодом з'явились і нові бажаючі – друзі сина та рідні. Вот это моя подруга Полина. Та говорит, что я на ней буду жениться. А ты что по этому поводу думаешь? Не, я думаю, не обязательно на ней жениться. У своїй роботі фотографа Юля не використовує постановки, а любить, коли люди живуть в кадрі, спілкуються між собою, виявляють почуття та просто весело проводять час. Я люблю знімати людей, я люблю знімати дітей. Однозначно. Я люблю снимать влюбленные пары. Мне нравится такая душевная, теплая, естественная. То есть там, где человек остается человеком собой. Головним помічником мами фотографа став син Тимофій. Особливо часто хлопчик допомагає, коли Юля фотографує діток. Я помогала привлекати дітей, які фотографували ми. И чтобы приносил, сыпал им в ручки муку, или сам сыпал муку, или хлопал с мукой в руках, или подкидывал ее. Ще одним незвичним заняттям дівчини стало виготовлення авторських прикрас зі срібла, міді і натуральних каменів. На виготовлення таких прикрас надихнуло знайомство через інтернет. Юля почала спілкування з дівчиною, яка робила прикраси в стилі wire wrap, що означає кручення з проволоки. Она очень так великодушно мне рассказала, как она это делает. Ну, рассказала вот такие какие-то нюансы, которые я могла там долго-долго искать, ковыряться в интернете. Перше замовлення стало найбільш незвичним. Співробітник Юлії замовив для рідних жінок прикраси. І от я таку зробила яблучна ветка яблуні, називалася та украшення. Вот мне оно запомнилось. Мне бы даже хотелось его попытаться вот повторить для себя, ну, хотя бы приблизительно в таком ракурсе. Головну роль у творчому становленні Юлії зіграв чоловік. Він підтримав не тільки словами, але й справами. Після роботи Роман разом з сином купували продукти та готували вечерю. Готовили, когда я приходила с работы.
вообще уже был стол накрыт. Это просто идеальная ситуация. Стол накрыт. Конечно, на мне была уборка, вот, но готовка это была на мужа. Ну, просто ему и нравится это, и у меня освобождалось время для того, чтобы хотя бы какой-то период я сама развивалась, сама образовывалась. То есть для этого тоже нужно время. Цей рік видався важким для родини Боярених. Чоловік став на захист не лише сім'ї, але й країни. І в цей же час син Тимофій пішов у перший клас. Але навіть на передовій своїми дзвінками Роман підтримує сина та дружину. Так вийшло з нашої ситуації в країні. Він зараз служить в армії, знаходиться в зоні АТО. Вже майже рік. Юля любить відпочивати в колі сім'ї, подорожувати зі своїми чоловіками. Мріє, щоб життя дозволяло рухатися вперед і багато чому вчиться у свого маленького сина Тимофія. Как-то вот он я вот ему завидую, но он настолько как-то проще смотрит на проблемы. А вот для него они не кажутся такими проблемами. Даже когда у него какие-то проблемы, я переживаю за себя и за него. А он не переживает так сильно и, возможно, правильно делает. Я вот вообще думаю, что она вообще правильно делает. Она красивая, она много хорошего придумывает. Я ее сильно-сильно люблю. Прямо сейчас поцелую ее.